Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер, и знаете, нашел я действительно очень интересную игру, которая мне реально понравилась, и называется она Party Hard, и она рассказывает о человеке, который приходит на вечеринки и всех убивает. Все, обычное задание для этой игры — это просто прийти на вечеринку и всех убить так, чтобы тебя не арестовали и не попасться никому на глаза. То есть, по сути, сюжетец очень клевый, то есть, как бы, человека достали гулянки, достали пьянки, достало то, что соседи постоянно приезжают в свои дома с вечеринками, с толпой гостей и начинают устраивать хер пойми чё. И поэтому, соответственно, наш герой просто вооружается ножом и начинает как Хитман ходить всех вырезать на пати. На всех вечеринках просто приходите и резать. В общем, вещь клевая, поэтому давайте я вам покажу миссию, тут даже доступны многие герои, но как бы, которые мы убьем в буквальном смысле этого слова. И, собственно, всех вот этих вот людей надо нам с вами замочить. Вот наш главный герой, видите, в правом нижнем углу ходит в масочке. Это во-первых. Во-вторых, у нас здесь 47 человек присутствует, и всех этих 47 надо завалить. Опять же, давайте как-нибудь это будем делать, приступать, чтобы нас, сука, не видели. Вот, например, парочка любовная, а, суки, оп, до свидания, никому ты не позвонишь теперь. Все, этих мы завалили, осталось 45 человек. То есть, по сути, мне игра очень понравилась. То есть, как бы, давайте-ка посмотрим. Вот, видите, правая кнопка, когда мышь нажимаешь, ты можешь видеть, соответственно, мишени. Это такие вот какие-то ключевые моменты, которые могут тебе помочь кого-то завалить. Ну-ка, давайте огнетушитель активируем, чтобы бомбануло. Ну же, взрывайся, огнетушилка. Да, отличный эффект. Давайте позвоним тогда кому-нибудь. Так. Охренеть, даже чувака задавили. Но это приехала какая-то служба от насекомых, которые сейчас будут распылять свой газ для того, чтобы уничтожить насекомых, которых здесь нет. Я их специально вызвал. И тебя я тоже просто так убью, чтобы никто не заметил. Опа, все подохли, да, кто здесь заходит? Все быстрее звонить, звонить побежали. Как так? Смотрите, люди просто так мрут. Это же, о, полицейские еще приехали и задавили еще троих людей, боже мой. Просто жесть. Ну сейчас они трупы, я так понял. Они, да, сейчас трупы будут в мешки заворачивать. Нет, игра, ребят, офигенная. То есть, мне реально прям нравится. То есть, приходишь на тусы и давишь всех. Вон, смотрите, даже. Давайте-ка вот сюда сейчас зайдем. И далее аж телочка прям вся переживая убежала хрен знает куда. Да, чувачок? Боже мой, меня сейчас спалят, она позвонит. Телочка, смотрите, побежала, рассказывает что-то. Черт возьми, меня хотят арестовать, идите нафиг. Так. И тебя попутно зарежу. И тебя. Заметьте, телка сама с собой что-то делала. И сердечко было. Опа, а, смотрите, вышел Марио. Вот видите, Марио сейчас идет к окну, где нахожусь я. Он сейчас будет заделывать это окно. То есть как только вас палят, вылезает из толчка Марио и заделывает эту кнопку. Вернее, этот пункт. Вот вы сейчас только... А, этого я уже завалил. Смотрите, Марио сейчас он побежал, видите, сантехник. Он сейчас в унитазе исчезнет, я уже помню. Да, вот смотри. И... Хоп, в туалете исчез. Потрясающе просто. Так, сейчас как бы вот этого еще мочкануть, чтобы никто не видел. Ведь у окна тоже, смотрите, стоит, может позырить прям... Ай-яй-яй, трупачек увидели. Давайте сейчас рядом с ковбоем постоим с этим. И пока никто не видит. Шварк, все, все, нет ковбоя. И тебя тоже нет. Но менты уже приехали, конечно, ну ладно. Вот тут также можно, видите, канистру разлить. Так. Давайте-ка еще... Вот этого мудака завалим. О, боже мой, еще полиция. Ну ладно, сейчас всех здесь в трупы все повяжут. Ну ладно. Мне никакой погоды не делает. А вот этого давайте... В огонь! Хорош. Все. Чувак сгорел заживо. Только вдумайтесь. Парня просто заживо скрутило. Так, я залезу. И знаете, что сделаю? Зайду сейчас спокойненько вот сюда.
И вот этого крышану в толчке пускай. Нечего рубать. Это прям в унитазе вырвет. Тот в ванной, это прям в унитазе полег. Так, теперь сейчас полицейский. Пускай здесь всех спокойно повяжет. А мы, знаете, что сделаем сейчас? Пойдем и отравим напитки. Вот здорово будет. А сейчас кто будет пить, все будут травиться. Сейчас вот с вашего позволения я вот эту телочку тоже отнесу. Вот, например, сюда. И ее крышану также. Ну-ка, сейчас, смотрите, белобрысый черт попил, у него пузырики пошли над головой. Сейчас он у меня допляшется здесь. А пока он допляшется, мне осталось убить-то всего лишь 19 человек. Ну, всего лишь как бы. Опа, двоих как виртуозно. И тебя тоже никто не спасет. Смотрите, смотрите, а люди-то травятся, продолжают. Что такое? Что случилось? А, трупы еще одни нашли. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас, тем не менее, все, кто пили, сейчас еще и сдохнут. Осталось всего 14 человек. И все такие, знаете, а кто же убийца? У нас было целых 47 человек, мы тусовались. А вот он, убийца, в окно смотрит на вас всех, уроды. Ты куда убежал, а? Вот, кстати, трупы вообще мы, смотрите, можем брать их, подбирать. И вот так вот, оп, чтобы не находили в мусорный бак. А, смотрите, еще один скачурится, вот прям лежит. Попил напитка. Так, приехала скорая. Ну, скоро, не скоро, давайте-ка. Вот! Потрясающе. Ну, я давайте капкан заряжу. Ну, блин, я думал, этот мотороллер зарежет, ой, собьет их. Так, опа! Сейчас телочка позвонит полицейским. Они тела обработают. А нам осталось 11 человек всего. Выцепить. Так, полицейские сейчас должны уехать. Уезжайте. А вот вас попрошу здесь остаться и истечь кровью. Смотрите, зашел и не видишь, что два трупа лежат. Ну, вернее, как то, что труп лежит. И мне еще нравится, знаете как? Люди такие, типа, как бы, трупы везде. А мы все равно потанцуем. Вы посмотрите только на этих телок. Так. Это куда собралась? Стой, сволочь! Стой, баба! У нее, смотри, у нее типа тревога, я как понял. Что за говно? Она меня убила! Вот это жесть, ребят. Ну-ка, давайте-ка рестартнем. Вторым. Видали как? Я даже не ожидал, что с разворота мне влепило. Ну, давайте, 47 людей. Или еще, знаете что, для большего интереса, мы давайте-ка выйдем в меню и перезапустим миссию. Тогда я вам вот еще что покажу. Тут, когда заходишь и перезапускаешь ее, то тут уже немножечко всякие вот эти фиши убивают людей, они меняются. То есть, вот видите, например, появился байк, который здесь есть. Пропал вот этот мотороллер. Зато появился вот оголенный провод от фонаря. То есть, видите, тут просто уже немножко по-другому все стало. И другие, соответственно, можно способы для убийства применять. Ну-ка, давайте-ка. Я позвонить хочу. Или... Да, вот, позвонил, все, смотрите. Задавили двоих человек, троих уже. Но приехала, я как понял, смотрите, с двумя сосками, телочка какая-то. А, и все потянулись туда, а потрясающе. То есть, видите, вызвали какую-то звезду на вечеринку. Поэтому, соответственно, теперь у меня есть время, пока все тусуются в общем зале. Что случилось? За что меня повязать хотят? Вы что, офигели? Так, оп, я скрылся. Да уйди ты, мент, уезжай, падла. Все, хорош. Марио даже вылез. Так. Черт возьми! А, блин, кофеварка взорвалась, я забыл отойти. Давайте рестартнем. Все, всех убить. Давайте-ка, во-первых, чувака затащу в костер, чтобы горел. 53 человечка. Охренеть. Разломаю байк.
какому-то уроду. Тебя кромсанем. Потом, смотрите, какой чертильник стоит. Что, просто так решил, вышел постоять, да? Урод. Пока в комнате здесь никого нет, эту валим. 4 человека уже полегли. Оп. Все, людей все меньше и меньше на вечериночке. Не все это замечают. Позвоним. Опа-на! Опа-на! Что случилось? Чё понаехали? Я просто в сторонке постою. Ребята! Чё случилось? Что-то мокруха какая-то пошла. Жесткач. Смотрите, люди сами бегут. Мрите! Дохни! Ни хрена себе! Этих сват повязали всех. Ё-моё. Ребят, чё-то прям это... Еще одна откинулась. Еще двое померли. Заходите, больше людей. Один. Смотрите, мужик, везучий сукин сын. Капец. Да, очень много людей полегло. Смотрите, две лесбиянки стоят в углу там. Так, я пока выйду. Главное, меня не подозревают. Опа, взорвалась. Сейчас огнетушитель рубанем. Смотри, сейчас всех тут повяжет. Так, затем. Ну-ка, смотрите, сейчас теория тоже одна есть. Может быть, я сейчас парню оголенным проводом, который вырубился под... Так. Парняк уже должно изжарить оголенным проводом, и посмотрите. А, или он сейчас взорвется. А, фонарь, наверное, сейчас взорвется, смотрите. Снизу. Он начал пульсировать. Давай, взрывайся, там же парняга. Еще лежит, прям подорвешься под ним. И менты что-то никак не уезжают. Полицейский застрял, смотрите, что. Реально, смотрите, коп застрял и не уходит. А полицейского, кстати, скажу вам сразу, убить нельзя. Вот какой глюк веселый случился. Пока так происходит, я тебя... Оп! Пока полицейский стоит, ничего не делает. А как хорошо. Шварк. Обратно пролезаем внутрь. Так, пока тоже никто не видит блондинчика. Опа! Так, что это? Яд нашел. Слушайте, вон полицейского зовут, он завис, тупо в баг в игре случился. А. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сука, беги. Я просто обязан успеть добежать. Отошел. А, в следующий раз, он говорит. Смотрите, как. Мужик был внутри. В ванной вместе с... чуваками, которые целовались и занимались любовью прям там. Офигеть. Давайте вот так вот разольем вообще ток. Может, он в ванну решит зайти. А, вот смотри, то, что видите, меня видят, у них уровень подозрения растет еще. Так. Кстати, всех выносят пока. Ай-яй-яй, сука, меня заметила. Ты не позвонишь. А, уже позвонил. Ну, тогда я могу рубить тебя просто спокойно. Так. Уезжай, уезжай. Сука, полицейский. Он сейчас завалит меня, стой. А, все, в следующий раз. Решил не браться за меня, хорошо. Так. Просто понаехали, вы поглядите, и Марио быстрее заделывает. Ну все, смотрите, если полицейский меня свалит, вернее запалит, я уже сделать ничего не смогу вообще, в принципе. Текать некуда. Стой, сука! Твою мать, всех теперь зарежу в открытую просто, плевать на все, идите сюда.
Все, и меня поймали. Но тем не менее, ребят, я думаю, вы поняли, что это за игра. Попробуем несколько заходов сделать. И в принципе, реально, мне игра очень понравилась. Заходишь, режешь всех поодиночке, но надо реально сделать это аккуратненько. Но я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Эстер. Вот такой вот симулятор убийцы на вечеринках. Пока.